Вам только помогать. Да, помогать. Помогать во всех ваших качествах. Ну что ж, это была группа Мэйли в полуфинале проекта «Могил». Ну, а сейчас поприветствуем девушкой, в которой наш эксперт по акустике не нашел ровно ни одного изъяна. Это Екатерина Тарара! И вот уже я ничего не нашел. Катенька, держи. Я смотрю, сегодня все другое, да? Да. Душ пошел. Не холодно было вообще по такой погоде, так, а? Не, нормально. Проявился нормально к этому. Катя сегодня будет в образе, а сразу говорить, подошел ли образ к песне, а песня к образу. Да. О чем это я? Я не знаю. А песня, друзья, Екатерина Тарара. Хорошее настроение. Да. Пели «So good», и все отвечали вот так вот, да, мне понравился доцент «So good», и вот это вот движение, все хорошо, все хорошо, и так все нормально. На самом деле все хорошо, голос, как опять, я повторюсь, как было в отборочном, я скажу, супер, и костюмчик, главное, чтобы сидел, да, отлично сидит костюмчик. Я так понимаю, и даже танец был, Свет, был танец. Танец был очень динамичный, но почему-то на меня меньше было обращено внимание, но я понимаю, я потом почему. Да, понимаю, почему. Я завидовалась, конечно.
пожалуйста, мужской вокал, желательно. Для вас Армен вообще сегодня был. Очень просексуально, молодец. Нет, мужской вокал в таком же костюме, что вы хотите. Можно и без костюма. Можно и без. Все. Да, ну я думаю, что всех порадует, как бы, если мы говорим про последователи Александра Ратинского, есть там вот группа Мэйли, это как бы похоже на другу реку. А вот это вот, я так думаю, по текстам все будет хорошо, все будет хорошо. Екатерина Тарара, друзья! Покажем. Народ переживать, ожидать полного. Ну что ж, это была Катя Тарара, а сейчас...